Tako da za početak mi popričamo za marketing plan. И будем почнем от неких базовых ствари, потому что данный снимаем и люди, которые вечно были на новом продавании за маркетинг план, или имам новые люди. Первое, далее знаете, что значит личный обмен? У Сибирского здравия имам два. Има личный обмен или има группный обмен. Вот далее все треба первое, да знать, какая разлика, что туда и а после мы решим. Вы как отворите? Айди первое питание, дали ли вы обди консультанты? Ну, вы бичите. Вы консультант. Вас разумным не питам, вас, али... За что питам? Вы отворили свой сайт? Не. Кто вечно видел свой извещай? Первая ставка после имя, презиме, кое имя? Я же новый консультант, четвертка. Отлично. Сад объясни. Вы как отворите свой на сайте, отворите извещай, где пишут все ваши податки, колику... Вы имате овак... Имате обе брой, пример 503-6737. Увек има 7 цифра, брой. А колко броя иди звездица? То е наш брой са картица. Да. И овде пишу брой 1, пример. Вы будете брой 1. Овде ваше имя, презиме. А овде первое, что иди личный объем. После иди личный объем ПК. После иди группный объем. Вот ваш извещай. Вот сад мы разъясним, что значит личный объем, что значит личный объем ПК, что значит группный объем. Да вы можете тут дочитать, потому что при рачу на маркетинг плану треба дознать базовые ствари. За то, что личный объем рачунится по одной формуле, группный объем рачунится по другой формуле. Вот личный объем, что значит личный объем? Когда отворите извещай, еще одна ствар за вас. Ако видите, что человек има звездицу обе, при оку броя, то значит, что человек ужинается в овый месяц. Овый не был первый месяц. За что пишется звездица? Да вы знаете, сколько вы имеете новые люди. А другая ствар. Вы, люди, которые ужинаются в текущем месяце, они имеют несколько программ на старт. Например, если вы правите 100 бодов на старт, вы добьете быстрый старт. А если вы правите 200 бодов, а не 100 личных, с окупцами, вы добьете программу, которая называется личный дебет, где за 7 месяцев добьете попуск на 27 хилит. Поэтому обидно дознаться, что человек, например, ако вы видите ваш партнер, который вы учланили, има личный объем 170 при края месяца, вы треба да позовите и кажете, тебе фали 200, дабы ты ушел у два программа. То есть ваш способ, как ментора, да вы человеку, потому что мы, вы преподошляли... То есть вы треба да контролируете личный объем и группный. Группный объем для одних программ, личный для других. Просто обука за программы развития бизнеса. Биче била прошлую обуку и биче в следующем месяце. Зовет, мы имам укупно за новые люди, запишите, 7 программ. Да вы имате то на папиру сада. Коих 7 программ, кои условия, как вы доучланите свои условия, вы то знание добите на следующий месяцу, на другой обуке, школа за бизнес, тема 2, тражите. Кое 7? Первая, карьера. Карьера. После 4 программа развития бизнеса на старту, для початка. После 2 программа за квалификованные партнеры. Путование и автопроект за людей, кои вещи има прометники компании. То есть... Вращаемся к притче. Все обе ясно. Что значит лично обе? То е моя лична куповина. Плюс куповина моих ПК. То есть те купцы, кои вы учланили на себе, они улазят у ваш личный объем. Само что разлика. От своей куповины вы добите в току 24 сата. Врачу вам пары на карту. За купцев вы добите на краю месяца, извещаю за месяц. За что? У току месяца ваш клиент может променить статус на консультанта. И в этом случае, да, отличный пример. Ако придет ПК, что я он да с моим личным? Ако врачится? Ако он придет у клиент, что я с моим бодом? Ако он с консультанта врачится у клиента? Ако е ПК, па преди у консултанта. Вы губите свой личный обем, али вы добите ратника, кој вам дает групни обем. Вы добите от него са други врзарады, не добите поле. Што питали? Одлично питање.
Что, зашто пишем то? За ове врст, за личный объем, вы добите зараду 25% без ПДВ. Само что, ако то была ваша личная куповина преко вашей картицы, вы добиете пары в току 24 часа. То есть данные скупили на 1000, на 1000 динар. Потом 1000 динар, 800 динар цена производа, 200 динар ПДВ Сербии. Вот от 800 динар вы добиете директно 25%, и то и 200 динар. Значит, от 1000 динар в току 24 часа вы добиете 200 динар, ако то была ваша личная куповина. Ако был ваш купец, вы добиете на край месяца. С этим ясно. Ovde nema ništa složno. Razumite to? Ako ne razumite, slobodno, pošto znam da cifre ne svaki, kažem, lako svakom u cifre prođe, neki loše, kažem, malo volje brojevi, ali ovde sve jednostavno. Jedan put razumite, ako proizvode treba da naučite, marketing plan ne treba da naučite. Marketing plan treba da razumite jedan put, gde, što i kako, odakle uzeli te cifre i sve brojke. Ako jedan put razumite, сможете izračuniti svaku zaradu na svaki vrst posla. Prodaja je jasno. Sa ličnim objemom je jasno. Vi kada ulazite na svoj sajt, vi imate lični objem i imate primjer 200, ali vi imate 200 lično i još imate 200 kupca. Вот kad navodite, kako ovo zovete na strelicu? Tako da kažem, ne? Da. Вот kad strelicu navodite na lični objem, on vam ovde pokaže malo proširjeno koliko vi imate lični objem plus koliko ima vaši ПК, и пишу укупно. Пример, овде можно иметь 200, а как наведите стрелицу, буду пишет 467. То значит 200 ваших личных преко вашей картицы. И вы зато ведь добили пары. А еще 260, то и ваши купцы, за коих вы добите на краю месяца 25%. Соли ясно. Сад причин. Группный объем. Групный объем, ово ваш личный объем плюс личный объем ваших партнера. Умрешь. Значит, вы в своей личной продаже имате. Треба мне лапу. Светлана, извините, может лапу? Может лапу? За то, что я вам сад покажу. Записали крупный, да? Вот глядайте, за крупный вы по маркетинг план добить от прилики от 5 до 10%. Али я сад покажу, как урачивается. Вот запишите за крупный объем главное правило. Формулу, единственную формулу. Ваку можно узметь в рамку. Бодови. На 45 на разлику процента. И вы сад свое запишите. Пишите ваку формулу. Ово 1, 2, 3, 4. Добро видите? Свима добро. И доли пишите 1. Пишите бодови. Ovde računica bodovi. Ja sad sve objasnim detaljno do kraja, ali sad pišem, razjasnim, a dalje javim što dalje. Druga, 45. To je, pišem ovde, državni koeficijent. Pišite državni koeficijent. Što znači državni koeficijent? U Sibirsko zdravlje, to je međunarodna kompanija koja radi u 25 zemalja svijeta. I cilj, marketing plan po svima 25 zemalja svijeta bude sličan. Что это значит? Значит, аку имам ниво, пример, К5. Вот К5 треба да има зараду от 150 до 250 евро. Цель, чтобы човек, кой био К5, имал зараду 150-250 евро и у Немачка, и у Руси, и у Сербии. Так вот, свака земали има коэффициент превода промета у группный объем. Поэтому 45 то и коэффициент, кой ставил логистический центр при отварении земали.
Мы ovde никак не можем да утичем на него, ничто не можем променить. Что за нас битно, что компания, когда отворила Сибирское здравие, 1 евро кошта был 100, био кошта 50 рубля. Сад 1 евро кошта 90 рубля. Буквально в два пута вече. Али за Сърби нема промени. Ни процента, ни пар, ни цены производа. Али у рублема вредность заменя цинк у рубля, овде кошта било 700 рубля, а сада кошта 1300 рубля. За вас единственная цена вече годину и независимо от криза. 45 державный коэффициент, али ако производ куплен на акции, пишите, овде държавни, просто не знам све речи на сръбском. Държавни коефициент, разумите, да? Али пишите овако, пишите овако и пишите ако производы куплены, купували, не знаю, да, купували, да, куплено, куплено на акции, коэффициент биче 30. Али, от прилики, я имам промица около 19 000 евро, 18 нечто. За разлику от того, что я рачуню, потому что я увек рачуню за 45, никогда не ставим 30. Разлика между, что я израчуню, и колико плачу компании, максимально 1000 динаров. За то, что несколько производов было куплено сигурно на акции. Потому что имам режу на 600 людей, и наравно полно люди купуют на акции. Поэтому, что выше люди купуют на акцию, то вы имате мани заработок. Али то выше ваши люди има уштеда. То есть, никто не губил ничто. И третья тачка, и четвертая тачка. Процент. Ваш процент, ова третья, ваш процент по маркетинг плану. Попишем МК, маркетинг план. А четвертое, то и процент вашей граны. Вашей граны по маркетинг плану. Что это значит? Я сад напишем ниво и напишем колько объем и колько процент. Вот пример. Человек, который вы позвали, ако вы имеете само одного человека у своей мрежи, и не имате выше никого, а само одна грана, вы ничто не зарадите. Что вы добите до профессионалца, до великих нивов, вы добите само разлику у процента. Поэтому, ако ваш человек, мы овде не финансовская пирамида, и не можем доплатить 100% и вам, и вашему человеку, и всем остальным. Мы, то есть, овде все поштено. Ако вы радите, вы имате свой процент, ако ваши люди ради, они имат свой, и вы добите разлику от процента. Ако, пример, ваш лидер, один человек ради, а вы ничто не радите, он зарадил выше от вас. Я сад све напишу. Ове записали. Све ясно овде, са формулой. Ову формулу буду ставить овде, горе сад, скинем ово све. То есть, за нас битно две ствари, личный и группный объем. Обовязно памтите, что личный объем, он улази в группный объем. То есть, вы пример сад покажем, да не будем само причить. Горе я вам опять запишу формулу. А вот напишем ниво до профессионалца. Пишем К1 от 100 бодов. Али, овде вам у Загребу пишем до 299 бодов. Процент 0. Овде групне објем. Овде ваш процент. Процент от мрежи. Овде ниво, како зовется? К1 зовется консултант првог нива. Он от личного објема в 100 бодова ништо не добит. Прво следующее ниво, К2. Овде 300 бодова. Дай 8%. Что это значит? Вы первое, вы можете иметь, овде напишем пример, вы можете иметь сами лично 300 бодова, а можете иметь вы 100 бодова и 2 человека по 100. На здравие, истина. Спасибо. Пожалуйста. Видите, различная слика. И овы человек има крупный 100. Потому что личный улази в группный. И овый человек има группный 100. Али овый человек добит 25%, то есть добит 300 на 20,
to je 60 evra od prodaje 300 evra. I plus 300 evra puta 45 plus puni procent, pošto nemate ljudi, 8%. Ako ovo je vaša slika, u ovom slučaju vi dobijete od 100 evra, to je dobijete samo 20 evra od lične prodaje, ali od grupe vi dobijete isto 300. To je 300 puta 8, pošto ovo ljudi nemam procenta još. Jasno s ovim? Da. Odlično. K2, K3, 500 bodova. Znači K2 biće od 300 do 499. Ovde od 100 do 299. Što neki ljudi računaju kako već 400, to već bliže k sljedećem nivou, ali ne. Samo kako pređete 500 i do 1000 bodova, biće 10%. K4, 1000 bodova, 12%. Otprilike 1 bod, 1 euro. Znači promet mreže, primjer, od 10 ljudi. Zašto ja kažem od 10? Pošto ja uvek računim što jedan konsultant minimum pravi 100 bodova. To je norma. Ako konsultant ne pravi redovno nekoliko mjeseca normu, on pribacuje se u kupce. K5, 2500, 19%. VK6, 5000 bodova, 25%. Premier konsultant, 10000 bodova i 31%. Profesionalac, 20000 bodova i 37%. Ja ovde vam pišem što treba za marketing plan, ali ovde otprilike od K5 napišem zaradu, približeno. €200. Zašto pišem razmah? Sve zavisi od toga koju vi imate strukturu mreže. Pošto primjer, vi možda imate 5000, dva čovjeka, samo dva, po 2,5. U ovom slučaju vi od 5000 dobijete 25 minus 19 od vaših ljudi. Znači vi od 5000 dobijete samo 6%. A u slučaju kad vi imate 5000, znači 25 minus 12, 30. Dva puta veći procent. Ako, primjer, imate 20 ljudi po 500, to je isto 5000 na kraju. Ali, vi dobijete razliku u 15%. To je što više, što šire prva linija, to više vaša zarada od istog procenta. Poetamo ja pišem od minimalna 250 do maksimalna do 600 evra maksimum. To je više od 600 evra vi možda zarađujete samo u slučaju ako vi puno prodajete. Ali, norma u kompaniji za lični objekt, što mi pričali, 100, to je minimalna. 200, to je kao prosječna, imam nekoliko programa, dodatne programe, uštede i popuste. A 500 bodova, to je standard. 500 bodova treba da pravi svaki biznes orijentirani konsultant. Koji hoće da praviš kvalitetan biznes, da dobro ima duplikaciju. Naravno, vi kad došli u biznes i ne možete da pravite 100 bodova. U 500 bodova možete da dođete za 3-4 mjesece kad dobijete svi alati, dobijete nekoliko klijenata. To je. Но 500 бодова максимальна норма за продаю, кое препоручит компания. Потому что мы компания не само за продаю, мы компания за лидерство и ширение мрежи. То есть на ширение мрежи и эдукацию мы даем 70-80%, на саму продаю мы оставим 15-20%. Потому что продая, а у Сербии то и баш тако, она нестабильна. Она зависит от сезонска, от конкуренции. Сутра долази новая компания и пуно ваших купца может да преджу эту компанию, косметичку. Консултант, он има, кажем, как сказать, он размышляет. За что, как, какое преднести, как, что. Купец, он ничто не размышляет. Он выше идет на осечи. Потому что купца купают осечи. Пробуете, мажете, отмах хочет докупить крем, пасту и все остальное. Разумеете? Консультант, который радио сибирское здравие, он ведь знает и проценты, и как это бави, и за что, что мы не тестируем, то есть знает полно деталей за просьбу, который подвижит преднести. Клиент не знает ту великую количество предности сибирского здравия, и он купает само за то, что нему тут свиджа, природно и ради производить. Но купца лаку, как сказать, прибасить у сваку компанию. Консультант это тяжко. Что консультант, кой разумный, кой может дорачуни, мало квалитетных предлогов на тыржище. Пуно мрежных компаний, квалитетных предлогов, искренне скажем, 2-3. А у Сербии мы выше от 500 мрежных компаний. Све остало то и выше лично на приворот, преворант. Не значит, что они нечто лажу, но много компаний имеют маркетинг-план, который
500 евра да заражуете, треба да продаете на 5000 евро, что физически не может сваки човек. А концепт сибирского здравия, что едноставнее? Ове 300, 500 до 1000 евро может да заражу сваки човек, кой има образование, кой нема, кой има знание, кой нема. Потому что вы все знания, все вештины вы добиете, вежбаете овде. Овде за вас будет и теоретический дел, и пракса. Вы правите списки, но сигурно вы радите не само со мной. Сваки от вас има свог ментора, с которым треба да радите директно те све практичные ствари. Поэтому, ако ваш ментор с вами не ради практичный дел, то и питание код вашего ментора. Треба да тражите или ментора горе, или замолите, как на ваш ментор вам покажет. Како треба да правите позови, како треба да держите састанки. Овде вы имате презентации. Что я, овде, что правим презентацию, то, что вы чули у 4 сата. То и буквально састанок один на один. Само что пуно люди. Наиболее ради, когда ты один на один человеку причешь за могущество. За что? Когда экипа людей, причешется презентация по шеме. Когда личный диалог, презентация правится по потребу. То есть ты вечер, за 15 минут причи вечер разумеешь, дали человек хочет да купают, или хочет да учланяются и чуй выше за могущности. Потому что когда сидят люди, пуно люди, я не могу да бирам информацию, кой даем. Я даю ему купную информацию, базу. Когда я видимый человек вечер после 5 минут каже, я не волим MLM, и ничто ничто чую, я скреним притчу за свое учленение и свое остальное, я причем саму за проезд, что имаму как у него. А у человека каже, все это добро, я научим касни проезд, или хочу да развоем бизнес. Я прибацуемся в притчу, где выше причем за проценты за свое остальное. А выше от профиля иде лидер, имам еш ведущий лидер, национальный лидер, выше нечего да пишу. Имам еш от безладный национальный, бриллиантовый национальный и международный лидер. Укупно в компании, нечего да лажем, 14 ниво. А за что я не пишем далее? Первое, овде велики промите, видите, 20000 евро и далее. Мы овде все заедно радим, ако вы почнете да правите 20000 евро, я вам обещаю личную обуку, как треба да радим далее. Еден на еден. Сигурно, добите ранее. Лидер. Лидер исти има 37%, але от лидера починет лидерский процент. То есть лидер, человек, лидер. Человек, кой треба да има една професионалца, кой има 20000 бодова под собом, и све остали люди прави нему еш 20000. От професионалца вы добите 7%, независимо, дали он выше от вас, прави мани от вас, а овде вы добите развику в проценте. Поэтому лидер, он исто има 37, и сваки дали има 37, само что подижится лидерский процент. Поэтому я далее не пишу, что видно за Сербию, за годину и по Раде, годину и по Дана, Раде у Сербии. Овде веч имам 3 човека, овде око 7, око вышел 20, само за годину и по. Овде зарада, пример консультанта. Айде да пишем не у евро, а у динерах. Овде премьер, консультант, професионалци. Вот. От 90000 динара до 120000 динара зарада. За что овде причем? Потому что я сам овде. Что я знам, сколько добьем директно у динара. И овде вы добите от 120000 динар до 180000. Вот у Сербии сад, само за 6 месяцев до годину данных, имам веч 3 профессионалца. Наравно, овде посо, что те люди, кои причат, что мрежный маркетинг, то и лаки, бирзы пары, то и грешка. Там, где лаку и где бирзы, нема пары, обычно. Ако было бы све едноставно, сваки был бы миллионер. Так вот, овде треба да трудимся, али что и добро, что вы овде добите поддержку, вы не радите сами. Вы имате ментора, имате систему эдукации, имате лидерскую поддержку. Что это значит? Пример 13 февраля бичи лидерский форум. Бичи лидерский форум у Београда, то есть следующий ниво эдукации, где вы добите знания от лидера. Вот вы сад пройдете обуку на Нови Садо. Следующая обука – семинар. Имам овде наши дорогие партнеры, кои веч били на семинару у Београду. Имам семинар за почетный консультант у Београду. И следующий ниво – то и форум. Форум бичи 13-го. С овим записали, преписали себе то. Потому что далее, все, что мы будем писать у формулу, я буду користить овый процент.
Da bi vi znali odakle ja uzmem ovde 19, 20, 37, ja uzmem samo iz ovoj, kako skajte, stepeni. Što to znači? Vi pravite личную продажу, али мы личную продажу не ставим кого на первое место, потому что на початку бизнеса вы добьете великий процент и вы вам, скажем, изгляды, что от личной продажи вы добьете выше новца. Али когда вы видите у мрежи 5 людей, ваша зарада, видите, выше будет от мрежи, нежели от продажи. Поэтому мы причем за группный объем. И что вот обидно, что когда вы обручи, как сказать, обручен, свакого месяца, от 1 до 31, ако човек, то есть, скупил 31-го, затваривается месяц, понекад дают еще 1-го до 12 сати поподне, да затворите все свои дугови, кои, ако желите нечто, некому фали нечто. Али, после 1-го, вы 2-го добиете рачун за период, где вы добиете полный извещение, колико вы добили процента, чего, како, от кого, у своей мрежи. Поэтому, сваки овы бодови, они сваки месяц почнут от нула. И что овде битно? Что, пример, ако човек ушлянился 20-го, он има 10 дана до края месяца да оствари свои 100 бодов. Нема месяц дана. Потому что бодови рачунятся не ваш пословный месяц, а месяц от 1 до 31. Ако шланите с 25-го, имате 5 дана да остварите 100 бодов. Али искренно кажем, когда схватите концепт сибирского здравия и разумите, что мы имам овде, уради 100 бодов може за 3 дана. Ако вы имате в окружавании 3-4 човека, кои болесны, свака, нема везе, кои има оболение. Потому что на сваку породицу, на сваку човеку породицы, овде ви може да најдете 3-4 до 10 производа. Косметички, пасти, креми, шампуни, витамини. Тоест концепт мрежи Сибирско здравје. Тој е велика мрежа задоволних купцев и задоволних консултанат. Во овом случај ви имате квалитетен посо. Пошто у Србији пуно често, пошто дали имали ви ранее искуство со мрежно маркетинг? Одлично. Значи знаете што. У мрежно маркетинг у Србији пуно люди от 100% люди само 3% зарадживают пары. Остальные не знаю, что овде ради, дали учи, дали нечто, потому что пуно зна, сваки пуно зна. У Београду я имам 100 людей в Сибирском здравии, кои били у других мрежных, и они имали вие великие промити и све. Али наш начин посла, мало другачи. Овде немам агрессивной продаи. И что е битно, что у других компаниях люди купували производы, дали Vision, дали Herbalife, човек сваки месяц, колико фали, купуют, после то стоит код кучи, и он то покуша да продает. И у току годину рада, две годины, производы все скупляются, дуги скупляются, а зарада мало растет. У Сибирского здравия другий концепт. Вы ничто не треба да купуете и ставить код кучи, потому что все имате на полицах за 3-4 годины бичу в сваком граду Сербии. Мы за годин данный имам веч 5 продавниц. Пожаровац, Кралева, Обреновец, Нови Сад, Биоград. Сада за отварение идет Черногория, Босния, чую за Пожигу нечто, чую за Крушевац, то есть буквально за ову годину бичи еще 5 продавниц. То есть за 2-3 годины бичи в сваком великом граду, в Суботице, у Нишу, свуда. Значит, человек или клиент, от кого вы пошалили, не треба да вы нему носите производство. Он дошел, купил себе пасту, крему, чай за свою кучную потребу. Не изгубил пары. За что не изгубил? Он ту крему, пасту и чай, он те пары губит у Идеи или у Макси. Само, что он сад не носит у Идеи, у Макси, он купует овде. Что он добит? Цена иста, квалитет другая. За квалитет не треба да причем, те кои новые, само ваша една цель да пробуйте. Корек бро 1, я клиент бро 1. То есть, ако у Цептору люди могут да продают послужу, а не користи сами код кучи послужу, то у Сибирска здравля, ако вы сами код кучи не имате производа, нема шанса да проче причи. Потому что люди, сви памятные, и сви има внутренние, как сказать, осечи, как сказать, интуицию. И ако вы причите, как у лепый производство, али сами не користите, не пройдет та притча. Я имам люди у мрежи, кои мысли да могу да продать свашто и добро продать производство, али первое питание, кое стави люди, когда ты притчаешь за бизнес, колико твоя зарада? Колико ты зарадишь? Что ты мне можешь да научишь? Моя зарада за, год, за 6 месяцев была выше 100 000, от нула. И я не знал ни язык, ни один человек. Поэтому люди, когда притчают, что я имам мало познанника, я вообще не имам у Сербии познанника. Я когда дошел, имал нула. Я не знал вообще, где налази Сербия, какой язык и все остальное. За 6 месяцев моя зарада была веч около 100 000 динара. А то значит, что сваги, кои има список познанника на 20 людей, можете урадить еще больше. Но овде вам не обещают 100 000 за 3 дана или за месяц дана. То есть долгорочный процесс. Вот зарада до 5 000 бодов рачуните от 90 до 120 дана от початка, ако почнете активно. Что значит активно? Имам овде три врста посла. Прво продаје,
Drugo to učlanjenje, širenje mreže. I treće to je obuka. To je tri vještine za svaki biznis. Da li vi prodajete proizvode za zdravlje ili vi imate prodavnicu sa garderobom. Или вы имеете кафич, вы продаете или кафу, или чай, или гардеробу, вы, как сказать, узимаете на посо, или конобара, или продавца, или инженера, в сибирском здравии то и консультанты, партнеры, и вы правите обуку. Квалитетом, как сказать, властник, он увык ширит знания в своих ратниках. Ако то конобары, значит, что течи кафа, алкоголь и остров. Потому что что выше знания има человек, который ради на месту, то выше продаю има властник. Так и в сибирском здравии вы не имеете властника. Ваш ментор, то и не ваш директор. Разлика между директором и ментором, что директор, он вам кажет, что треба да ради, али сам не обязан да ради то. Директор вам может да каже, ты треба да правишь 500 бодова, а сам има 100. У мрежного маркетинга вы имате ментора. Ментор, ако вы не можете или не знаете, он обязан да вам да покаже или научит сваку вещину. Всяко вы кажете, я не знаю, как да правим 100 бодова. Ментор не треба да каже, иди учи, иди да продаш и тако далее. Ментор треба да узме вас за руку, или позове заедно, или излази на улицу, или покаже како, на кој начин. То је наша велика разлика. И што, пређем, опет враћамся к маркету, потому что я мало скренем пашно или то укупно у своји причи. Да ли разумите још мене? Имате ту ред. Одлично. Сад я вам покажем како рачуница по овој формуле, то је што ово како. То есть бодови који има ваша грана, свака. То есть вы имеете 10 людей. Вот вы свако удвоено. Можно заедно, кто имеет истый процент. Пример, один человек има, вы имеете человека, кто имеет 2,5, а один има 1000. Значит, вы одного рачуните 2,5 на 45, и разлику ваш процент, пример, ако вы имеете 5, 25, некого 19. Значит, от человека, кто има в овой притче 2,5 тысячи, вы зарадите само 6%. Человек, кто има 1000, ако вы имеете, пример, 5 и имеете 25%. Человек, кто имеет 1000, вы имеете разлику у 13%. И так далее. И овый процент вы ставите овде, коэффициент увы кисти, а бодови, кое правит человек, вы ставите овде. И мы сад напишем 1-2 примера, да вы разумеете, как вот где излазит та притча. Пример. Узмем за стандарт. Человек лично има 500 бодов. Группа има 3. 900. 1800. 700. Само от прилики написано, не знаю, сад сколько излази группы на личном. Овде я вам сад напишу, какая слика ове притчи. Овде личный объем 500 бодова. Группный объем укупно промит свакой вашей грани. Вот глядайте, вам рачунята целая грана. То есть вот человека вы учланили, ове человеку има 1800, он может да лично продано 1800. А может да има обсамность люди по 100, дабы имал 1800. Але та разлика видна за него. Ако он лично продает, он добит 25%. Ако то продает негова мрежа, он добит по формуле. За вас све едно. Да ли он лично продает или мрежа. Вы от укупной рада цел граны добите, то есть промет укупной граны, делите на процент. Ови, К5, вы писали список, поможете мне, какой то ниво. Ове, 3000 бодов, я вещь рекол. Да. Процент кой? 20. Номер 19. 19. 8 има 300 бодова, а ове 3000 бодова. 3000, а не 300. А 3000? 3000. 300 было бы 8. 900 бодова колико? 30. Хоп, свака часто. Ове колико? 1800. 12. 700 бодова. К3. 10. Разумите, как я возьму цифру? Вы имеете совершенно 400 бодова. К2, 8 бодов. Видите, сад будет... То есть нема ничто комплектного. Когда пишешь все, свично, как кинейский язык.
Ali kad razumiješ, ovdje jedna formula, samo prosto uzeli vode, ne treba daže da znati matematiku. Može i djeca od 7 godina raditi to. Uzela cifru, staviš ovdje, uzela cifru iz spiska, po procentu staviš ovdje. Na digitronu računiš i dobiš konečnu cifru u dinara koliko zarađuješ od hrane. 700 bodova K3, 400 bodova, a ovi dva čovjeka K1. To jest oni ima samo svoj lični procent. Znači vi od njihova rada dobijete ukupnih 25%. I vaš lični objem, ovdje bitna tačka, puno ljudi zaboravaju da računaju svoj lični objem u drugom vrstu zarade. Vi dobijete dva vrsta zarade, nema veze da li imate mrežu ili ne, od 300 bodova. To znači, od 500 bodova vi dobijete i 25% i 500 bodova stavite na 45 i na vaš puni procent. Ovdje grupa pravi 2700, 5700, 6400, 6807, 7750 bodova. Kupni promet ove mreže. Koliko bude procent čovjeka ovog? To je nivo, zove se vedući konsultant šestog nivo i daje 25% od mreže. Od gledajte, ne pogrešite, od prodaje i 25% od mreže. Oni slični, pošto oni 25 i 25, i puno ljudi misle da ja to uzelo od prodaje. Primjer, ako bi ovdje bila 10.000, ovdje bila bi već 31. I ono, sve od njima zavisi. I sad ovdje ja vam dole napišem račun. Prve, kako mi sad uradimo? Sad već prošlo sad, ja neću vas davim brojevima. Mi napišem sad jedan put zajedno, a drugi put ja vam napišem primjer i vi izračunite sami u svojoj sveski, a ja, kako sket, obernu i ja izračunim za vas. I mi pogledamo, da li vi izračunili tačno ili izračunili pogrešno. Vi nađete svoju grešku. Ako od prvog puta bude puno greške, napišem još jedan put primjer. Cilj da svaki od vas, kako skajte, razumijet marketing plan za danas. Pošto marketing plan treba samo da razumijete. Jedan put. Gdje, kako i šta. I dalje vi možete računiti svašta. Koja je prednost znanja marketing plana? Primjer, puno ljudi bavi šik veliki biznes i ne zna marketing plan. Prvo, vi možete računiti svoje zarade. Pre kraja mjeseca i vidite koliko vam gdje fali da vi podižete svoju zaradu. Drugi veliki plus, kad vi imate već tim, puno ljudi dolazi sa računom za period i ne razumijem gdje što kako nalazi. I dolazi i kažu, Andri, kompanija prevarantna, plaća na 1000 dinara manje od toga što treba. Kad počnem da računim, ponekad može da bude neka greška u izvještaju, ali cena koju plaća kompanija, iznos, uvijek tačan. Kad počneš da računiš, sedneš, skinješ tu, skloniš to i počneš da računiš po formuli koliko čovjeka imao i koliko kompanija platila, kompanija puno često plati na 300, 600, 700 dinara više zbog transakcije. Od toga što čovjek po formuli zarađuje. Pritomu, to je vaša prva podrška sa mrežom. Kad vaši ljudi dolazi i ne zna odakle što gdje, stavite sve, sklonite sve papire, samo računite po formuli, a poslije gledajte slične strane, kako skajte, sa papirom koji daje sajt. А после сколько вы написали, и после вы сами гладите, а не заедно рачуете. Тогда не погрешите. Под брой 1, я овде, да, объясню вам, я сад скупим несколько грана на одну и рачуем за одну за что? Кое има сличный процент. Пример. 10 и 10. Само два сличных. Вот, овы 10 има и овы 10. Я овы 900 плюс 10, 700. Puta 45 puta razliku u procenti. Koliko ovi ljudi ima procent? 10. Moji 25. Znači 25% minus 10. To je 15. Znači od rada ovih dvije grane vi dobijete. Kako to lako računiti na digitronu? Pošto ovdje imam procente i kad vi dobijete na kraju, ako vi ništa nije не користите, то есть не делите ни на какой брой, вы добите на краю в процентах. Дабы вы добили на краю в динарах, вы само треба да склоните 2 нула. Вот пример. Овде вы имате 1006. Я далее разумите, что притча. Овде имам проценты. Дабы вы добили отмах в динарах, вы у овом износу скрените 2 нула и добите на краю в динарах. За что? Потому что когда добишь в процентах, после треба да делишь на 100. Мы отмах то правим, мы овде скинуем, и я 16. 16 пута 45 пута 15. И вы добьете 10800 динар, вы добьете от рада овых две грана.
još put provjerim da ne pogrešim. Da, isti procent. Od rada, vidite, ove dve grane pravят samo 1600, oni zarađuju po 3-4 hiljade, ali vi od njihova rada dobijete dva puta veće od toga što oni zarađuju, dobijete 10 hiljada. Druga stavka, ova jedna grana, 3000. 3000 puta 45 puta 25% minus procent koliko? 19. 19. Nemate 15, imate 19. 19, da. Da, ja znači loše ću, izvinite. Znači 6%. Znači 30 na 45 i na 6. To je 8100. Вот глядите, човек, кој вам прави 3000, ви добите од него мање пари, чим два човека кој прави 1500. Люди прави два пута мање пари, а добите исто. Зашто? Зато што разлика во проценту. Люди кои вам прави велики процент, ваши активни партнери, они вам прави велики процент. То есть сбок два активних партнера, ви добите 25%. А од свих ситних, ви добите велику разлику. Ключни партнери, кои ради као и ви, они не ваша конкуренция. Они вам дают квалитетан процент. А те ситни, кои помалу купуват за себе, вы от них имате највечу разлику. Потому что видите, вы два человека 9, то есть 700, вы добите два пута, ну, один зараз три пута вече от овак. Но то не значит, что те люди, кои има мани, то есть вы не треба, как сказать, доставить, как сказать, останавливайте. Раз своих людей сбок своей зарады. Никогда не треба да рачуните маркетинг-план из корисных целей. Ви в овој месец, ако ваш човек брзо расте, ви можете због негово брзо расте, добите в овој месец мали пари. Али, ваша единствена цель, што ваши клишни партнери дојдат до професионалци. Поэтому, што брже ви имате више ниво, ви од свих остальных добите више количину пари. Поэтому, понекад, ви у некий месец можете добити малу количину пари, али у следующем добите два пута веќе. Просто некие люди правят активность, они когда видят, что некоторые люди брзо растут и сманят некого зараду, они человеку, как сказать, вставляют палки в колеса, в русском кашу. А, подмечу много. Да, хвала. Да, и они человеку причат, как вот, то есть, ты не треба то, оно, и человек, има, когда человек добит зерно сумня, почин да сумня, да она, и сманит свой промет. И человек зарадит эту промет, али когда один путь сманишь консультанту желю, тяжко после да вратишь. Поэтому один путь ты зарадишь добрых на 3000 динара выше, а изгубишь ключного партнера, то можешь донесить десятины хиляди динара тебе. Следующее, кого ово мы израчунили, качать 1800, пута 45, пута 25, минус 12, то есть 13, то есть укупно. Десять хиляду пятьсот тридесять. Четверта тачка. Нам еж фали К2. 400 годова. Пута 45. Пута. Я отмах пишем разлику проценту. 25 минус 8. То е 17. 17? 25 минус 8. 17. Свободно, ако треба, свободно. Вообще не брините. Овде ви добите 3060 динара. И овде. Гледайте, овде я скупим. И свою личную продаю 500 бодов. И два човека 200 плюс. Плюс доведение, приятно. Плюс 250. За что я скуплю овде люди овде? Потому что я от своего личного объема добим 25%. И от рада овде два человека, я добим исти 25%. Так вот я скуплен 950. 950. Пута 45. Пута пунит 25%. То дай на краю. Докажем. Десять хиляду седемсту. От прилики. Там шесть и нечто. И то. И плюс, что я заборовил в Войске за наши старые консультанты? Что в Дефале? Процент от сети.
Što je zaboravilo? Za nove partnere to nije strašno ako ne razumite, a za stare strašno ako ne razumite. Što ovdje fali? Radili smo lični. Lični, tako je. Hvala. То есть от личных мы не израчунили 25% без ПДВ. То от прилики 100 евро, от прилики, да, и 12 000 динар. Вот запишите себе, сад я скупим вам яру. 12 плюс 30. Укупна зарада около 56 000 от прилики, то есть около 60 000 динар, то есть равных 500 евро. Сколько я рекол зарада от 5 до 10 000 бодов? От 300 до 500 евро. Вот мы добили овде 56 000, 55 и нечто. Вот укупна зарада за ратовой мрежи, али овде вы имате 2 квалитетных корисника, кои не шили мрежу, 3 малых ратника и 2 ключных партнера. То есть овде бизнес на 5 людей. Вам правит зараду в 56 000 динар. Ову слику сигурно можете да урадите от 3 до 5 месяцев. Може и ранее, то есть полно люди правят и за 2, и за 1 месяц. Али кажем искренне, за человека, кои има обычен список познаний, кои немал никад контакта со продаем, со ширением мрежи, кои немал вештины, от старта за 90-120 дана може да дойдешь до овой слики. Ако ради активно сваки дан. Овде опять активно, что это значит? У нашем посту видно само една ствар. Колику, количина, пута, начина, когда вы причили за сибирское здравие. Разумеете? Не видно, кои люди. Дали то лекары, дали то бизнесмены, или то обычные люди, кои без посу. Не видно, скажем, не видно квалитет, видно количина на старту. Потому что на старту никогда не знаешь. Долази бизнесмен и не может урадить 1400 бодов. А долази студент, кои нема ни еден динар у джепу, али због жели, због енергии, све остало, правит оваки слику на 56 000 динар. Я ови еден од студент. Я имам 22 години. И ако можем, я сигурно може сваки од вас. 100% я вам, 100% кажам. Само бидна, за сибирско здравје, ви имате озбилену систему. Со вам јасно? Јасно. Треба да још еден пут пишем, да ви вежбате. Не треба, разумите. Потому что нечу да вас время речь, нечу да дали. Потому что знам, да броеви не ваш воль. Сигурно разумели, где как уже? Да. Отлично. Гледайте, что вы имате? Вы имате обе. Прва презентация. Ово то, что вы имате, овде презентацию 16 сатов. Али, то, что мы овде правим, то и как поддержка за новые люди. То и не обовезно, у системы обучения. То есть ту презентацию можно править еден на еден со человеком. Вы имате различные материалы, вы имате ментора. За первые две недели вы можете научить, как вы додержите первую свою презентацию. То есть можете не обязательно, я причем со времени, потому что только прошлая презентация. Укупно вы можете и за 10 минут додержите продавание. Международная компания, 20 годин искусства, 25 земель света, 100% природные производы, русская наука и укупно полагаю извештай за укупную притчу. Но видно, что вы человеку испричали за производ или за могущности. Далее има школови. Школови и на истом ниво семинар. Школови и семинар, они на истом ниво, само что семинар има само у Београду, али семинар он у себе, как сказать, сокупля. Сви те знания, кои вы добите за месяц дана на свих обуках, кои вы овде имате 8 обук по сат времени. Там вы долазите на 8 сата и за 8 сата одмах добиете све знания за еден дан. Само что там посебна атмосфера. И там имате 50% практики, 50% теории. Ако овде я вам кажем, что ментор обязательно вам треба да дает список познаника и проконтролише список познаника. Искренне кажем, само 20% ментора контролише свои люди и контролише далее список и далее задатки. Све остали, то пусть и каже, о, опуштено бичене, и имам и так удали. На семинару другаче притча. Хочешь, нечешь, ако дошло, пишешь. А люди, кои пишут на семинару 50 людей, они излази и отмах могут да зовет, ако имаш список на 20 людей. Ты ведь имаешь бизнес на 50 000 динар. Вот искренне кажем. Со списком 20 людей за что? Те люди, которые вам кажут «не», вы можете тражить препоруки 2-3, и значит список от 20 может быть список на 70. А то ведь доста люди, дабы вы нашли 3-4, которые хочет дарать. Све едно ставки. То есть цель да будет что едно ставки, потому что у бизнеса има 3 ставки. То есть энергия. Энергию вам
Да, мы ovde dajem мотивацию, али без внутрішньої мотивації тяжко. Без внутрішньої енергії ні один чоловік не може сполічно замотивішити. Може, але може тренер. Без внутрішньої мотивації притча губить смисл, суштину. Друга ставка – то є знання. Знання ви ovde добієте комплексне, зі свакої сторони. Що обідно, що ви не добієте знання, як треба це продати. За що? Тому що ми не продавці. Ако би наша ціль була продавці, ми би мали повне продавання за продаю. Ви за продаю маєте одну обуку, де вам причать саме за оплати. Як ви можете урадити 500 бодов? Преку каталога, як? Преку майстер-часу, як? Преку лічної препоруки чоловіку производів, як? Преку програми за здоров'я. Але ви то добієте все. Після школи семінарі ми догаджаємо. Догаджай. Так, да, пишете? Да. Регіональний, то есть Белград. А после имати догаджай международный. Два путагонишни има международная бизнес-сессия. Прошлый год была в Прагу, сад планируется у Польской, после в Берлину. Международная бизнес-сессия бичу в апреле. Так вот, все новые консультанты, вы можете да урадить некий результат. Идите на... Потому что мы от Сербии правим увек, 2-3-4 буса, сколько скуплим. У Санкт-Петербурга, где путование было 6 дней, а у Санкт-Петербурга мы были само 3 дня. Было 3-10 людей из Сербии. Нас само победило, потому что у Сибирского здравия мы 2-10-5 земали, и свит 2-10-5 земали до Знароджента. И самый выше от сербского тима была Турска, але Турска вещь дуже ради от... И была выше на 2 человека сам. Сад новый, сад, что буду в септембре овый Роджентан, планируем, да Сербия будет наивечий тим ван Руси. Овы дали догаджай международный, то есть вы долазите овды негде близко. Мы овде правим группные путования, например, в Прагу, кошту было 80 евро на 3 дана. И храм, и храм.